стревах. Всем привет! С вами Штребух и... Батя! И это второй выпуск рубрики «Еда из помойки», в которой вначале я пробегусь по помойкам, а потом буду набивать свое тулово с... Батей! А если вы хотите закупиться находками из помойки, то заходите в мою группу, ссылка в описании, там вы найдете кучу товаров, цены ниже, чем на Авито, поэтому доставка по всей России. Приятного просмотра, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Смотрите, что я тут на заборе увидел. Написано «Макароны, угощайтесь». Что-то я не хочу их есть, так как у меня есть еда поинтересней. Молочная колбаса. Великолупский мясокомбинат. Офигенная находочка. Надеюсь, вкусная. Сэндвич. Печь и ланч. Попробую. Еще один сэндвич. Булки, какие-то слойки. Я тут смотрю, мне кто-то оставил пирог и пару булочек. Весьма аппетитно. Я думаю, нужно пригубиться огурцами. Что-то тут есть. Это шеф-бургер Делюкс. Забираем. А что тут у нас? Печенье. Офигеть. Морковка. Вау. Офигеть, капец оно пахнет. Блин, да я себе такое в магазине позволить не могу. Ну а продолжение после короткой рекламы. Это моя помойка. Люблю, когда люди порядок наводят дома. И все, что им не нужно, выбрасывают. Это примерно вот так, например. Samsung. И всякий цвет меты разные, приятные. Дорогие друзья, я профессионально занимаюсь поиском на помойках и мусорках, куда люди выбрасывают массу интересных и полезных вещей, среди которых смартфоны и планшеты, всевозможная техника и электроника, чермет, цветмет, антиквариат и винтаж, предметы быт СССР, игрушки, ювелирка и драгметаллы, фото и документы, еда и одежда. Все находки можно увидеть на страницах моего канала. А мой коллега фриган-поисковик Хуан Антонио Скелетон помогает мне в поиске. Также я снимаю проверки найденной техники. И крайне рекомендую к просмотру плейлист «Гараж Плюшкина», где я освобождаю купленный гараж от раритетов, которых там просто полно. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, добавляйтесь в друзья. Ссылки в описании. Хороший, свежайший батон. А еще тут пол контейнера еды. Хлеба, даже мясо есть сырое, но тут все такое грязное и вонючее. В этом доме лента находится, это с ленты выкидывают. Ух ты, йогурт, холодец, вкус вил. Говядина вареная, паштет, вкус вил. Дегустация. Это как раз то, чем я буду заниматься. Холодец. Целый склад. Творог. Масло топленое. И еще один паштетик. Баклажаны, лук, огурцы. Даже тыква есть. Чечил. Классический. Йогурт. Агуша придаст мне силы. Столетние суши. Чокопай. Йогурт Верса. Такой я никогда не пробовал. Йогурт Фрутис. Чудо, банан, печенье. Сливки, белый город. Две конфеты и петушок. Палка колбасы. Половина торта. Это колбаса, прикинь. И торт. Годен, да, 12.09 сегодня какое число. А, уже все просрочилось, держи. Кушай на здоровье. Короче, ребят, это второй день поиска еды из помойки. Со мной сегодня мой крестный отец. Батя. Вот такой вот тортик ты будешь
завтра кушать на съемках. Главное выжить. Ну, мы выживем, я думаю. Колбасы вряд ли. На, перекуси слегка. Заебомба. Как тут много всякого. Помело. О, май, загребай. Какой-то соус. Буре мури, да. Это что-то непонятное, но мы это возьмем. А вот и фруктики подъехали. Целые. Офигеть. Тунец с кусочками. А давайте сразу надо обратить внимание. Горбуши тут нет случайно? Мармелад. Забираем. Дима, я тут зефирку нашел. Будешь? Да, давай. А. Дима, ты сейчас всю сумку сожрешь. Зацени. Че, это фанфырик или боярышник? Это какой-то коньяк, походу. Йогурт Даниссимо. Еще один. Активия. Конфеты желейные со вкусом барбариса. Запечатанные. Берем. Еще конфеты. Пора дегустировать хапчик. За 3 дня насобиралась огромная сумка еды. Давай похаваем. Давай. Бургер из KFC. Боровский чечил. Вау, он даже открыт. Пахнет чем-то хреновым, если честно. А у тебя как? Нормальный бургер? Да. Только затвердевший такой, но этот на вкус нормальный. Твердый. Типа под засол. Просто твердый. Ну что? Давай. Нет, этот какой-то уже не тот. Да, ребят, этот сыр пропал. Вообще невкусный, неприятный. Вот этот сыр в помойку сразу, без разговоров. Так, пробуй. Ну, знаете, ребят, давайте что-то, если что-то попадается сладкое, мы будем, наверное, отлаживать, потому что если мы мешать не будем. Там подумай, башкой, блядь. Дим, дай мне попробовать. Конечно, держи. Спасибо. Да, суховат, конечно. Просто, да, сухой. Тяжело идет, запить бы чем-то. Пискаревский ацидобифилипилин. Просрочен на 4 дня. Не просраться бы. Оно должно быть сладким? Думаю, да. Попробуй. Сладкое? Классно. Давай не увлекаться. Печенье, ребятки, на вид очень аппетитное. А у меня попалось молоко, которое еще, кстати, не просроченное. До 27.02.2020 года. Тут все в порядке. Димончик, угощайся. Спасибо за молоко. Держи, нам тебе запить молоко. Спасибо. Ну ты сильно не обжигайся. Постараюсь. Печенька. Бекон по-венски. Годен до 21 числа. А сегодня 27. Ну, ребят, печенье мягкое, не просроченное, но не могу понять, что за вкус. Ну, просто на вкус почти как овсяное. Ну, бекон по-венски, я думаю, тоже вкусный. По идее, должен быть. Тогда достанем хлеб. И бекон вообще отличный, пахнет приятно. Хочешь попробовать? Прекрасно. Давай еще тебе побольше. Как в ресторане. Так, ну что, прогутируем наш бутерброд? Давай. Ну, вперед. Да, все нормально. Не идет. Суховат. Тяжеловато заходит. Блин, я уже начинаю наедаться, ребят. А впереди еще столько всего.
Учись у меня. О! О! Колбаса оригинальная написана. Первый сорт. Да, давай попробуем. А у меня сэндвич. Вот такая, ребят, колбаса. То есть тоже запаха у нее никакого постороннего нет. Дай понюхать. Офигеть, да, вообще пахнет колбасой нормально. Давайте, черный, ребят, попробуем. Колбаса, ребят, нормальная тоже. Да, в принципе, неплохая колбаса, но очень жирная. Нет, я этот сэндвич не буду есть. Посмотрите. Ты видишь, здесь капуста, она вся такая, блин, даже пожелтела. По идее, она должна быть зеленого цвета. Да, ребят, запах уже тоже у него не особо хороший. Выкидываем. Этот то же самое, я думаю. Ну, просто ради видео распакуем, глянем. Обрати внимание, что это вообще такое. Это мука. Это, да, обычная мука. Запах у него тоже не свежий уже и тоже такое. Не особо. Да. Что у тебя там, паштет? Это паштет, да. Мясной, запеченный. Итак, значит, 180 грамм. Творог. Просрочен на 3 дня. Ой, ребят, что-то как-то открыл этот паштет. И с него запах такой не особо сразу пошел. Такой. Посмотрите на эту консистенцию. Но он годен до 26.09. А что это сверху? Пленочка какая-то. Мне кажется, он нормальный. Насколько он просрочен? Сегодня 27 на один день. На один день, ничего с ним будет. Что-то страшное. Теперь вроде как запах нормальный. Да. Есть, ребят, еще второй такой же. Этот годен так же само, все одинаково. Нет, вот. Это что-то страшное. Поэтому... Я не буду это есть. Выкидывай. Ну а я хочу попробовать этот творог. Нет, буше мурино, то есть это вообще это горчица какая-то. Да, я понюхаю. О! Творог вкусный. Это у нас, я даже не знаю, это по всей видимости, то ли... Это похоже на соус. Или соус, да. Чем пахнет? Каша молочная, то есть. Ну, не знаю. Будем дегустировать? Ну, тут он только сегодня просрачивается. Просрачивается. Ты сегодня только не просрись. Будешь его пробовать? Ну, молочный, ребят, ну, не знаю как-то. Молочный? Да. И как ты это понял? Ну, он, знаешь, типа вот каша молочная. Ну, по запаху я не могу понять. Дай я попробую. Пробуй. Ну что? Это овсяновая молочная каша. В принципе, нормальная. Так, ребят, это у нас изделие кулинарное из мяса птицы, вареное первого сорта, охлажденное. Короче, типа холодец. О, у тебя тоже, да? Только да. У тебя уже раскрыто, походу. Да. Мой холодец кто-то вскрывал. У меня еще запакованный. Фух. Ну, тут с брокколи. То есть, курица. Слушай, а на вкус мне нравится. Ну, нет. А тебя тоже с брокколи, да? Ну, хочешь продегустировать? У меня запах не особо радует. Надо попробовать. Меня радует. Не, ребят, ну мой холодец вкусный. Я не знаю, что ему не понравилось. Он, наверное, заелся. Колбаса. Сдутая какая-то. Ого! Откроем. Ну как, нормально? Нет, вот твой холодец мне не понравился. Мой вкусный, а твой дерьмо. Ну, колбаса вроде как не воняет. Молочная. Сейчас, подождите, она еще запакованная. Сейчас попробуем разрезать. Ну, колбаса вроде как в порядке. Не знаю, ребят, я только кусочек попробую. Ну, что-то подозрительно. Ну, такой вкус уже твердый. Нет. Эта колбаса тоже уже не очень. Что делаем с ней? Оставляем? Я думаю, нужно ее оставлять. Она всего лишь на 2 дня просрочена. Так, сайра, ребят. Тунец с кусочками.
Она уже просрочена. Тоже просрочена месяцев на 4. Не знаю, ребята, открывать или нет. Давай, вскрывай. Ну, так-то она нормальная, то есть никакой, ну, там, этой. А у тебя вообще жизнь? Вот у меня что-то вообще воняет, а ну понюхай. Вот, да, вот у него уже запах такой, как просроченный. Мне вообще не везет. При этом жидкость уже сильно такая какая-то. Мне молочная. На эту рыбу не везет. А, говядина вареная, вот такая вот кусочек. Сейчас попробуем. В принципе, на вкус неплохая рыбешка. Определи. Фу, я таких запахов еще не слышал. Я не знаю, чем он пахнет. Я тоже. Что, будешь пробовать? Сам пробуй. Говядину. Я что, бессмертный? Я после того видоса, первого выпуска, ссылка будет вот здесь, чуть не умер. Поэтому я тебя и пригласил к нам в студию на эту дегустацию. Давай, давай, пробуй. Какой-нибудь реально тогда кусочек, может, середины. Пробуй, пробуй. Рыбка неплохая. О! Выкинь ее. Ну, если тебе она не нравится, что мы ее будем оставлять? Ну, если не нравится, выкидывай. Заедим это дело огурцами. А потом перейдем к сладкому. Да. Банку мы так не откроем. Дай мне. Надо, давай. Открыл, молодец. Учись, сынок. А вот огурцы действительно приятные. Блин. И крышка под баночкой. Приступим к складкому. Приступим к складкому. К кому складкому, да? Начинаем с тортика. Вот, название его... Экстрахарзи. А у меня йогурт. Перца. С трубочкой, нормально. Пахнет вкусно. Дай нож. Попробуем йогурт просроченный. Ну тоже, ребят, все нормально с ним. Тортик вкусный, реально. И крем балдежный. Хочешь тортик? Я возьму, ребят, только верхушку попробую. Бери полноценный кусок. Главное выжить после этого. А, попробуй йогурт. Йогурт тоже балдежный. Так, ребят, у меня Activia йогурт. А у меня фрутис коктейль. Ну, что можно ждать от нормального йогурта? То есть он не просроченный, нормальный, без каких-либо рисков. Поэтому кушаем нормально. А у тебя, по всей видимости, не особо, да? Хочешь попробовать? Этот коктейль просрочился. Но я думал, что он вкусный, потому что, ну, не все просроченное плохое. А он в итоге вскис. Есть еще один йогурт, славянский. Чудо детки. Банан печенье. Коктейль. Капец. Не, ребят, тоже уже. Скисло, уже кисляком пахнет. Йогурт. Но, так уж и быть, мы попробуем его. Ой, не. Такой черт, там в сыр превратилось уже. Не, ребят, не то. Мой коктейль тоже отстойный и невкусный. Походу, хочешь попробовать? Нет, уже выпью. Ну что, может, по фруктам? Давай попробуем. То есть, они еще свежие. На вид. Вкусно, сочно, полезно. Интересно. Взрывай. Конфейные, желейные со вкусом барбариса. Внутри должно быть желе. Как лимон. Я даже ножом срежу. Фу. Опять, короче, блин, я лоханулся. Насколько они просрочены, Лев? Срок годности 3 месяца. В 2018 году. Не, нормально, но такой привкус. Какой привкус может быть у хорошего помело? Ну, мне оно не нравится.
Ты не любишь помело? А если оно бесплатное? Из помойки на халяву? Довольно-таки сочно. Да, попробуем. Булочка с маком и ореховая паста. Арахисовая. Не просрочено. Я ошибся, ребят, это не мак. Это с грибами. Пирог, то есть, с грибами. Если что он, это? Кстати, тоже там не мясной. Хотя нет, вот этот с мясом. Ребята, это сырник. Ну, с грибами, я думаю, вряд ли будет лежать с 2018 года. А так, на вкус все в порядке. Попробуем. Нормальная, мягкая. Сырник тоже довольно-таки неплохой. Приятно есть. Сырный. Как ты думаешь, мы сильно просремся после этого? Я думаю, нет. Но если я просрусь, заходите в мой инстаграм и чекайте историю. Да? Будешь? Да. Приятный. Кто? Пирог с грибами. А это что? Тоже пирог с мясом. Точнее, булка, это как она называется, булочка. Ну, ребят, чуть попробуем. Ну, все тоже вроде в порядке. Попробуем. Батя. Что? Давай закончим с этим дерьмом, я уже устал, честно. Да, ребят, давайте закончим это уже сладким. А у меня плитка шоколада. Ну, обычно все на печенье, тоже все в порядке. Ребят, это погоны милицейские. Капец там звук. Ребята, он же настолько звездый. Ему бить можно. Дегустация. Йогурт чудо, но он уже вздутый. Да дай попробую. Ау. Кстати, на вкус он вкусный. Он просрочен 20 июня. Чё попали? Есть еще один. Не, тоже. Такой. Запах уже тоже не особо хороший. Да нет, мне нравится. Дай попробовать. Попробуй. Долбал. Да тебе ничего не нравится. Ты, вообще... ты на помойке умрешь. Что-то сегодня просрется, блин, ты свинья, капец. Зажрался. Да попробуй. А, блядь, сука. Сливки. Агуша придаст мне силы. Она не просроченная, кстати. Да? Да. Ты смотрел уже? Да, да, да. Агуша, йогурт. Спасибо. На, загуби. Итак, ребят, здесь у нас еще есть вот такие вот червячки. Мармеладные. Кислые, не кислые. Сверху этих бутылочек Кока-Колы лимонная кислота. Сейчас мы умоемся немного. Ребят, шкалик 40-градусный. Ребятки, сливки. Судя по запаху, нормальные сливки. Ребят, сливки то, что надо. Мне понравилось. А ну-ка, зацени. Да, нормальные сливки. Ну что, теперь это запьем боярышником. Видимо, ему очень много лет, похоже на виски, судя по цвету. Да, именно виски. Воняет жесткой бормотухой, но... Ну, попробуй, мне на ложечку налей, только чуть-чуть. Я тоже так же думаю. Ну, блядь! Ты только попробуй это! Я тебе говорю! Ты попробовал? Вообще жестко, да? Это что-то вообще мощное. Это алкашка просто мощнейшая. Я не знаю, это разрыв просто кишечный. Ставьте лайки, если вам понравился данный формат. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, как вам мой контент, зашходит или нет. И будьте со мной. Всем на связи, всем пока. С вами Штребух, неизменный. Ваш преданный и покорный, и модный. И, конечно же, батя. Батя у меня редко бывает, но он не прочь заходить в гости на покушать. Да. Тем более на такие, как говорится, вкусные обеды. Не забудь подписаться на канал, это моя помойка.